Каждый день у главы крестьянского фермерского хозяйства Гузель Берхеевой начинается в 3:30 утра. Нужно подоить коров и ехать из Муловки с товаром в Ульяновск. В областном центре у фермера 2 магазина – на проспекте Гая и улице Радищева. В одном из них, возле областной детской больницы, торгует сама Гузель. Первый вопрос, который возникает у нашей съемочной группы – как она все успевает? И бизнес вести, и крестьянским трудом заниматься. Честно сказать, я и сама не знаю, как я успеваю. Вот правда. Я не знаю. Ну, как-то вот успеваю. Ну, дело в том, что надо просто меньше спать и больше работать, и все будет хорошо. Еще несколько лет назад Гузель Берхеева вместе с мужем жили в городе в обычной квартире. Но в один прекрасный день 2012 года решили резко сменить урбанистический пейзаж на пасторальный. Как говорит сама фермер, она всегда любила крестьянский труд и не боялась сложностей. Решиться не трудно, а трудно все это продолжать. Решиться можно сразу, раз и решился, а вот это все, вот при всех этих трудностях, при том, что это очень рано надо вставать, очень много надо работать, ты устаешь, но причем усталость это такая, она вот именно приятная усталость. Как-то вроде и работаешь для себя, и людей ты кормишь хорошим, и люди тебе говорят каждый день спасибо, в день по 100 раз я слышу спасибо. Ну, за это, по-моему, стоит работать. Начиналось хозяйство с 3 телят и 10 поросят. Сейчас в хозяйстве больше 30 голов крупного рогатого скота, 12 свиней и огород. Помогают Гузель муж, сын, сноха и 2 наемных работников. Важным подспорьем стал грант, полученный от Министерства сельского хозяйства. Весной прошлого года Гузель Берхеева приняла участие в областном конкурсе «Начинающий фермер» и выиграла. По ее словам, получение гранта стало главным толчком для дальнейшего развития хозяйства. Нам выделили 2 миллиона. Итого, значит, на 1 200 000 мы взяли это, коров, на 1 200 000, на 300 000 мы взяли вот это холодильное оборудование, и остальные деньги у нас ушли на постройку сарая. Что же касается ведения бизнеса, то и здесь есть помощники. Гузель состоит в кооперативе «Содействие». Именно это объединение фермеров и крестьян взяло на себя оплату арендной платы за магазин, что позволило женщине открыть 2-ю точку на улице Радищева. Нам очень помогает ветеринарная служба города Димитровграда и города Ульяновска. То есть у нас полностью проверяется весь двор, идет проверка фуража, анализы. Все, вот полностью все. Они вот приезжают, все смывы берут, все анализы делают, все. Надзор ветеринарных врачей позволяет доставлять всю продукцию до прилавка в свежем и качественном виде. Ассортимент в магазине богатый. Здесь есть и ряженка, и сметана с маслом, и йогурты, и катык. Особой популярностью пользуется сыворотка, брынзы и национальное татарское кушанье кырт. Ну а благодарность покупателей – лучшее подтверждение качества товара. Мы очень рады, что он здесь открылся. Вообще очень замечательный магазин. Продукты натуральные. Вот, очень просто нравится. Ну вот мы 2 месяца сюда все приходим. Очень хорошее качество. Я всю, может, наверное, самая первая сюда зашла, всю нашу больницу сюда сагитировала. И вот соседки своей, бабушка, ей тяжело ходить. Я ей как-то такое молоко принесла. Она говорит, ой, я такого молока с детства не пила. В День России принято говорить об успехах, которые добивается страна. Но каждый из них невозможен без обычных людей. Возможность питаться качественными натуральными продуктами – одно из важных достижений. И в этом, безусловно, есть вклад муловского фермера Гузель Берхеевой. Егор Цтов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда.